Никакой химии, только натуральное грудное мамино молоко. Вкуснотища. За ночь мне все лицо опухло. Температуры нет. Гланды в норме. А почему прививки не сделаны? Мы не будем ее прививать. По-вашему, это бесполезно? Я считаю, это все уловки Международной фармацевтической корпорации. Будто прививки полезны, чтобы денег заработать. Разрешите? Конечно. Натуральные материалы, никаких красителей. Такие игрушки – отличный бизнес. Производители игрушек не повышают цен на лягушек без причины. Не лгут о том, сколько потратили на исследование и разработку. Если их в чем и можно обвинить, так только в создании невеселых игрушек. Знаете, какой еще есть хороший бизнес? Малюсенькие детские гробы. Можно заказать зеленые, можно заказать красные. Серьезно? Антитела вкусной мамы защищают ребенка только первые полгода. И потому производители вакцин надеются вас обжулить. Думают, вы любые деньги отдадите, только бы ваш ребенок не умер. Хотите их прищучить? Докажите, что они не правы. Если хоть сотни родителей решат, как и вы, что лучше пусть ребенок умрет, чем потратить 40 баксов, поверьте, цены на вакцины просто рухнут. Скажите, что у нее? Простуда.